Сегодня на базе нашего замечательного юридического вуза Государственного университета имени Кутафина собрались молодые ребята со всей нашей Вологодской области. Реализуется проект. Проект под названием «Правовая академия». Проекту в этом году исполняется 15 лет. Проект развивается, проект шагает по Вологодской области. И сегодня здесь прибыли команды 17 муниципальных районов нашей области. Ребята, учащиеся среднеобразовательных учебных учреждений, среднеспециальных учебных учреждений, они видят себя кто-то будущим юристом, а кто-то просто знатоком права. Наш мир очень меняется. Меняется быстро, стремительно. Но все, что происходит в мире, все равно так или иначе остается в рамках нашего законодательства. И любой гражданин Российской Федерации все равно знает основы права в той или иной сфере в нашей жизни. Мы этим проектом стараемся познакомить ребят с правовыми отраслями, дать им правовую грамотность, постараться показать профессию юриста, возможно, которую они потом впоследствии изберут. Если нет, то, по крайней мере, они будут знать и понимать, что происходит в мире с правовой точки зрения. Вот на это и направлен проект, который носит хорошее, красивое название «Академия права». Учредителями проекта являются правительство Вологодской области, в частности, департамент внутренней политики. Содействует нам, еще раз скажу, наш замечательный юридический вуз, Государственный университет имени Кутафина. И ребята с удовольствием сюда приезжают, встречаются, общаются, знакомятся, показывают знания. Ну и победители радуются. А те, кто, к сожалению, не стал победителем, по крайней мере, они видят, к чему у них есть стремиться. Я пожелал им успехов сегодня в проекте, пожелал удачи, пожелал найти новых друзей.